Здравствуйте, вы на канале Магия Полезные Советы. Сегодня поговорим о ритуале с гвоздиком и на чистый четверг для благополучия, здоровья и счастья для всей семьи. В чистый четверг 5 гвоздик для благословения в доме, пожелания благополучия, здоровья и счастья всей семье. Действия Бога, выражающиеся в неспослании особой благодати человеку, семье, роду и дому. Для удачи в деньгах, любви, красоте и здоровья в Великий Четверг совершается множество ритуалов. И как ритуал с гвоздиками, благословите дом и благословите людей, которые там живут. Не ссорьтесь. Чтобы не было гнева и неудовлетворенности. Чтобы процветание росло без края. Чтобы дом был полон любви и счастья. Гвоздики символизируют кровь Христа. Для того, чтобы ритуал сработал, если вы хотите мира и благополучия в доме, необходимо обязательно соблюдать строгий еженедельный пост. Всю страстную неделю. Также ритуал нельзя проводить беременным женщинам. Для этого нужно купить 5 гвоздик. Если вы покупаете цветы, осветите их в церкви. Вернувшись домой, говорите, ставя букет на стол. И Иисусе Христе, Сын Божий. Как на Тайной вечере ты своих учеников причащал. Вином и хлебом угощал, так пусть и в моем доме всегда будут хлеб насущный для тела и Божье благословение для души. Ты грехи наши кровью на кресте искупил, пятью алыми цветами землю обогрел. На стол алые цветы выставляю. Твое искупление поминаю. Аминь. Делитесь информацией, полученными знаниями со своими друзьями и знакомыми, ссылками в различных тематических группах в соцсетях. Чем больше людей узнают о том, как стать хоть чуточку успешнее и счастливее, тем лучше для всех. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.